Кредуют, короче, лучше ваш персонаж с этим зельем. Огонечки. Они, кстати, тоже убивают улитку. Вы знали об этом? И побежали добивать улитку. Она у нас практически уже готова. Я думаю, что самое такое здесь, это, конечно же, билетики и гамдропы. Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Осетров Play. Сегодня мы поиграем в Roblox симулятор пчеловода. Давно мы уже в него не играли. И хотелось бы продолжить качать нашего основного персонажа, а также скоро будут ролики про прокачку нашего нубика, если вы смотрели стримы. Посмотрю, что у нас там из заданий. Выполнено задание Райли Би, и я побежала его сдавать. Вот здесь оно, на красном магазине. Так, Райли Би мне дала красный экстракт, 200 печенек. Ну, нормально. Беру у нее новое задание. Из самого основного, что сегодня я хотела сделать, так это я хочу убить улитку. По-моему, у нее совсем там маленько у меня хп осталось. И как раз я вам покажу, как я ее убиваю, и посмотрим, какой амулет там выпадет нам из нее. ХП у нее 300 тысяч. Так, давайте пока быстренько на паучьем поле убьем шипастую пчелку. Ух ты, она золотая, что ли? Точно! Вы видели? Гифтит. Виксиус Би. Обалдеть. Сейчас вы увидите, сколько она даст нам всяких плюшечек. Она дала 6 стингеров и еще 5 стингеров, потому что я убивала ее сегодня первый раз. Ну так что, возвращаемся к нашей улитке. Поставила я свой разбрызгиватель на улитку. И нужно сейчас не пропустить баф Baby Bee. Этот баф выпадает в виде токена от Baby Bee. Вот он у нас, Baby Bee. Он нужен для того, чтобы с улитки выпал как можно лучше дроп. Вот это, кстати, видите, штука от вот этой красной пчелы, огонечки. Они, кстати, тоже убивают улитку. Вы знали об этом? Кто знал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если у вас много тропических напитков, то вы можете из них один использовать для таких боссов. Вот я, допустим, вам сейчас покажу. Этот напиток увеличивает шанс критического удара по улитке. Соответственно, ваша улитка будет быстрее убиваться. Вот видите, даже маленько быстрее, как дело пошло. Критует, короче, лучше ваш персонаж с этим зельем. Так, Бобби, вот второй поднялся. Ну, наверное, на нем мы и закончим. Хотя, может быть, еще один понадобится. Видели, опять кританул. Так, успею, не успею. Если не успею, давайте-ка я отойду. Я ухожу. Так, улитка ушла. А теперь, так, нет, вот сюда. Вот сюда мы подойдем и дождемся этого бафика. Baby Bee. Он должен выпасть просто так. Вот, все, он мне выпал. И побежали добивать улитку. Она у нас практически уже готова. Все, смотрите. Старый амулет 10% бу, новый 4%, старый 5% пыльцы. Здесь другие показатели. В общем, я думаю, что старый амулет у меня был лучше. Вот я его оставляю старым. Теперь посмотрю, что мне дала улитка. Улитка мне дала 2 старджельки, 50 билетов, 10 клеев, 1 энзим, 25
печеньек, 10 Royal Jelly, 100 гамдропов. Кстати, с улитки хорошо выпадают гамдропы. Один магический боб. Ну и все. Я думаю, что самое такое здесь, это, конечно же, билетики и гамдропы. А пока на этом поле можно просто побегать, пофармить. Спасибо, что смотрите наше видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!